друзья, всем привет. Думаю, что самые внимательные из вас уже заметили несколько выпусков назад, что я начал делать вот такую вот рабочую толстовочку. Объясню, зачем я это начал делать. Ну, во-первых, на мой взгляд, это прикольно, когда человек заходит, а тут такой чувачок, как в тату-салоне, знаете, заходишь, там такой тату-мастер, весь мужик стоит весь в татуировках, выбирай себе любую. Ну и здесь что-то примерно типа того же. А во-вторых, это удобно, когда заходит человек простой, впервые, и говорит, там, а сколько стоит, например, вот это или то, ну и ты просто начинаешь показывать, например, там, вот такой, вот такая татуировочка маленькая, такая вышивка маленькая, Сквидвард, например, 250 рублей, да? Речь идет о вышивке сейчас, а если это какой-то новый рисунок, который надо создавать дизайн, соответственно, там 300-500 и более, может быть, все в зависимости от сложности дизайна. То есть самый простой 300 рублей, 500 это такой нормальный среднестатистический рисуночек. Например, за этого Сквидварда я брал 300, потому что тут реально ничего сложного нет. Такой, например, там 300 рублей может быть, такой может быть 200 рублей. Вот здесь застил большой, это стоило 550 рублей. Вот этот Nike аниме 700 рублей стоил. Как вы понимаете, есть минимум две причины, по которым я делаю рабочую толстовку вот такую. И сегодня пришло время сделать еще одну. Вот тут у меня простаивает место. А, нет, не тут. Вот тут у меня простаивает место. Забыл, с какой стороны, да, будет очень... Очень символично, здесь у меня герб России золото вышитый, здесь у меня будет триколор флаг, я разработал дизайн рваный, и сейчас я его сюда себе бахну, я давно уже эту мысль вынашивал, в общем-то. Экс. Дизайн у меня будет 110x80, там, по-моему, и мне до этого подойдут 145-е перцы. Вот он у нас на флешечке. Загоняем его в станочек. Он даже сам покрасился. Очень-очень странно. Может быть, наконец-то компьютерная программа и мой станок синхронизировались. Если вы вдруг когда-нибудь в Абрикосе на Иркутском тракте 74 увидите типа на кассе, это я. Ну чё, как смотрится? Ну так пока не складывается. Ну сейчас я пойду отпарю, потом еще разочек постирается, нитки ослабнут и все будет более гнубельно. Вот этот флаг тоже изначально вообще вот так колом стоял, потому что тут застил очень плотный. Сейчас все нормально. Вот такие пироги с котятами. Тут потом еще что-нибудь по центру, надпись какую-нибудь бахнуть. Есть идея. Ну и хотелось бы знать ваше мнение, конечно, что вы вообще думаете о такой спецодежде. Берегите себя. Будьте добрее.